Для начала блок питания МН-40, так называемый вторичный источник питания. Далее вот такой модуль МО-40. Он устанавливался в самолетах, которые использовали мультиплексные каналы обмена информации. Назывался он модуль обмена по МКИО. Модуль МП-47А. Модуль ПЗУ на целых 64 килослова. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.